Легковушка въехала в грузовик, стоявший на краю проезжей части. ДТП произошло в начале 9 вечера на улице Почаевской в районе дома 4А. Как сообщают дорожные полицейские, за рулем Мазды был водитель 89 года рождения. Автомобиль въехал в Сканию. Пользователи в соцсетях написали также, что за рулем легковушки была девушка. Она ехала с ребенком, который в ДТП получил ушибы. Однако, по официальной информации, пострадавших в аварии не зафиксировано. Дорожно-транспортного происшествия телесных повреждений не получил. Автомобили получили механические повреждения. По факту ДТП вынесено определение об отказе возбуждения дела об административном правонарушении.